Сведет к нулю тепловые потери и защитит от коррозии. Пенополиуретановая теплоизоляция для труб, что скорлупа для яйца. Не мокнет, в отличие от минеральной ваты, не теряет форму и служит не один десяток лет. К тому же легка в монтаже, позволяет трудиться на включенной тепломагистрали. Горячую воду в дома на Политехнической вернули еще на прошлой неделе, точно по графику. Работы же завершат только к концу недели нынешней. Сильно затянули процесс проливные дожди. Трубы, температура 60-70. Для техники безопасности сапоги кирзовые, верхонки, чтобы не обжечься, ничего не повредить. Два дня майских гидравлических испытаний на небольшом участке Политехнической от Горького до Амурской выявили 8 порывов. Решение было однозначным – 170 метров теплотрассы срочно заменить. Несмотря на сравнительно небольшой возраст, около 25 лет, под действием грунтовых вод стенки труб истончились почти в половину. Вместо положенных 4,5 мм их толщина не больше 2. Большой износ трубы, если ее дальше эксплуатировать, она бы рвалась. Поэтому нужно менять. Ну, в ближайшие лет 10 предполагаем, что здесь больше не будет аварийных отключений и будет проходить отопительный сезон нормально. В планах на лето у амурских коммунальных систем значился капитальный ремонт 346 метров теплотрассы, 738 метров труб ГВС и около километра водопровода. Гидравлические испытания увеличили список почти в 1,5 раза. Самые масштабные работы предстоят на Кузнечной, между Лениной и Зейской. Там переложат сразу 300 метров тепловой сети. Мария Селезнева, Денис Лугов. Программа «Город».